Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Doom 2 ремейку. Саживайтесь по Doom, всем приятного просмотра, мы продолжаем. 16 миссия, 16 глава, 16 уровень. Поехали, ребят. Так. Так, подойдите-ка. Дайте мне для начала все включить. Так, радарчик. Так, ага, активирован весь сканер. Угу. Так, давайте осмотримся. Я не быстро бегаю, вот я быстро. Ага. Так, ну тут кто-то есть, да? Ну тут кто-то есть. Господи, стой! Я ж испугался. Ух. Тихо. Ух. Блин, я так испугался, сейчас они как появились и где-то. Подожди, откуда? ТП что ли что? Тихо. Тупо ходят сами, что ли, они? Ну чё? Вы чё выходите? Прикиньте. Стой. А куда он ТП шнулся? Ага, ух. Я не знаю, почему чё-то испугался. А чё испугался? Чё? Чё это такое? Кстати, впервые такое вижу. Подождите-ка, надо сохраниться перед тем, как взять. Подождите-ка. Так. Есть здесь какой-нибудь секретик? Всегда же библиотека был. Толку возьму. Что это такое? А, его взять нельзя. Ну-ка, кулаком. Здесь где кулак? А, это какой-то... Это экспонаты. Ну-ка, так, стой. Экспонаты, да, реально. А я думал, нам взять надо что-нибудь такое, знаете. А ну, тут брать нечего. Так что за... Да-да, походу это музей какой-то сидит. Бит маленький такой. Здорово. Ну-ка. О. Обнаружник это. А, чувак, я даже... Прикиньте, ребят, сюда стреляйте и открывается. Так, это двухстволка. Страшно, страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Так, ладно. Так, тут что у нас? Ядовит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ой-ой-ой. Что за... Ой-ой-ой, это же череп, подожди. Подождите. О, умерли. Что, они за мной? Даст с автонаведением. Так, стой. Да блин. Это что ли? Нет, блин. Ушатал меня. Ты что такой, посмотрите. Ушатал меня. Так, тут что такое? Тут как раз шарик, который мне под 200. Че? Смотрите, что такое? Нифига себе, а что их так много? Очумели летние дожди. И сказала лайков зиму жди. Блин, я должен сохраниться перед этим. Я так понимаю, они на меня нападут сейчас. Так что я знаю. Жесть. Быстрее, где эта базука?
Слушай, ну-ка. Блин, нельзя? Так, подожди, а у нас как-то приседать можно было? Вот так. Слушай, теперь надо мне сохраниться и посмотреть, могу ли я туда и здесь тоже сорить. Хотя это может быть просто, типа, что-то залило сюда. Для проб... Блин, ну ладно. Так. Не, нельзя. Так, а туда? Куда идти? Хотя там что-то есть. Так, ну куда идти? Так. Я загружусь, ничего страшного, что сейчас. Я просто хотел проверить, я должен, обязан был проверить, ребят. Так, здесь я был, да. Так, это что у нас? Ну, я специально, чтобы прятаться за ними, да? Хотя, может, они наверху что-то есть? Это я не вижу. Странные колонны, это, наверное, из-за того, что прятаться. Так. Пулемет. Слушай, если с разбега разбежаться, спрыгну с высоты. Нет. Кстати, вот это я помню уровень. Понял. Тут должны мясо быть красное. Вроде бы скелеты, что-то такое изображено. Почему-то синие. Я не прощелкал. Нет. О, мой гарбал. Что? Это щупальцы, что ли? Смотрите, реально щупальцы. Так. Это закрой. А зачем нам сюда? А, тут есть что-то. А, ну хорошо. Ну все? Ты. Только этот. Так, ага. Ну я помню, да, вспомнил я, что за уровень это. Так, а эти патрошки что ли все полные? Вспомнили мы, что за уровень. Талага такой лежит. Так. Господи ты мой, испугал ты меня. Уф. Блин, как же они все-таки подлавливают каждый раз, что это такое. Каждый раз они меня подлавливают. Блин, я же перед серией хотел, блин, зайти и посмотреть, что каждая какая дает. Дайте, я сейчас быстренько прогуглю, что каждая дает это. Вот эти круги. Блин, я же хотел, говорю, навести, типа, объекты в Doom 2 и посмотреть, что они дают. Сейчас быстренько, ребят, прочекаю. Так, прочекал. Короче, эта аптечка рентген до 100% делает просто, и все. Вот. Если у меня меньше 100%, слушай, а вот это тоже секрет. Вот это что за странная штука? Может, с какой-то стороны можно ее открыть? Они же не просто так ее впихнули сюда. И рычага никакого нет. Только... А если стрелять? Нет? Нет? Ну ладно. Валим отсюда. Ходер-ходер, как говорится. Так... Ух, подожди, что за светильник? Так, а как сюда упасть? Слушай, а если подпрыгнуть и нажать приседание? Прикиньте, это не читерство я сейчас сделал. Так, это до 200, да, вроде, да. А, ну тут можно было обойти, что какое читерство. Так, вот это я прочел, что это временное.
Баб дает. Так, а, либо вот это беременный баб дает. Угу. Ничего страшного. Ну, мы их возьмем, сейчас вот сюда заглянем. Потому что, смотри, тут еще враги. А сколько у нас врагов? А, ну-то чуть-чуть осталось. По идее, давайте сохранимся, наверное, быстрое сохранение сделаем. Господи, ты мой, блин. Что ж вы меня пугаете? Я буду этот? Всю игру пугаться? Нет, уходите. Выходила на берег, Катюша. На. Так. Получали еще. А, 53, все, врагов больше нет. Тогда можно забрать было это щиному. А, ну, вот он и выход. Да, пойдемте тогда заберем эту щиному. Чтобы этот, на всякий случай. Так, а тут ничего нет, ловушка не будет никакая, интересно. Дайте я. Да, это шинам. Вот это временная шинама, которая до сотки поднимает тебе. А, и вот это тоже шинама, которая тоже до сотки поднимает, которая... Ну, у меня уже просто есть, видите, выше сотки. Поэтому мне как бы это не пригодится. Я, кстати, один еще секрет, да, не нашел? Тут ли он где-нибудь? Интересно. Ну, ничего страшного, нет, так нет. Угу. Замечательно. Слушай, может, мы еще один уровень пройдем за сегодня? Два уровня. С вами сделаем. Я там напишу, как. Ну, мы первый же начинали, типа. Дайте я для начала сохраню этот уровень. Это у нас 17 получается. 16 есть, да. Давайте тогда и за сегодня еще пройдем. Левел. Вот так сделаем. Угу. И быстренький автосейв. Вот такой. Замечательно. Тихо, тихо, тихо. Так, где вы? Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Сам, все нормально, я тоже нормально. Так, есть. Я бы обычно дырявым, мне кажется, надо было обойтись. Так, подожди, подождите-ка, подождите. А я сейчас есть сканер включу. Опа. Замечательно. Эти что, это секрет или нет? Не секрет. Так, и с этой стороны. Ага, там красный ключ, кстати. Подождите-ка, подождите-ка. Тихо. Чувак, куда это ты коснулся? Жизнь сделает. Так, слушай, я туда тпшнуть могу? Так. Закрыто. А, ну вот она опять. А, тут красная есть, смотрите. У нас тпшнуло. А, тут с этой стороны тоже, да, есть? Так, подойди, мать. Это тпшит сюда. Там еще сорить. А там был вот. Я, кстати, не заметил. Ну-ка, подождите, подождите-ка. Все надо расследовать, ребят. Во-первых, надо посмотреть. Так, тут нет. А, подожди, есть, смотрите, да.
Только вспомнить, в какой я прыгал. Так, это сюда нас пульснуло. Тогда я дробовик возьму, наверное. Сюда как-то можно упасть, да? То есть там оказаться как-то можем. Ага. Там мы были, там мы были. Опять тут бочка была, я тут даже не заметил. А, чё? Чего? А как мы это сделали? А что там? А что там за шар? Там что-то есть? Блин. А как можно... А, блин, я не могу ее подвинуть. Нет, если я ударю этот рукой, она не разорвется, да? Так, тайди фонарик. Мне кажется, я сюда не должен был попадать. Уху-ху. Это, походу, реально секрет, мега-секретик. Так, подождите, подождите. Хотя это как не секретик, смотрите. Хотя, может, я дальше пройду. А вы знали об этом? Я, кстати, не знал об этом. Впервые такое. Чувак, ты знал об этом? Я тоже не знал, я в шоке. И не говори, чувак, и не говори. Сердце какое-то, что это такое? Нет? Потрошку пограть, он у тебя сердце. Я так понимаю, это твои ноги, да? Тихо. Пугайте меня, вы что меня пугаете? Где-то тут они есть. Так, это у нас. Ага. Так, интересно. Почему это за секретник считается? Это же писец, сколько секретник. Понял. Может, я стрельну? Нет. А может, кулаком? На, нет. А вот сюда? На, нет. Почему нельзя с этим сердцем сделать что-то, и ты заканчиваешь и говоришь, поздравляем. Так, теперь вспомните, откуда я пришел отсюда. Но если у нас два факта, сюда прыгнуть, да? Сюда прыгнуть и там взять еще. А, подожди, и тут еще. Бандит мой. Садитесь, кстати. Так, приседаем. Не можем, да, никак? Да, не можем. Так, что это отличается? Стенка тут. Открывайся давай. Чем он отличается? Офиги. Так. Блин, я не знаю, есть смысл сейчас подбирать. Вот это ж все. Это же нам даст буст. Давайте, дай я посмотрю, куда это ведет. Может быть, я просто еще раз сюда вернусь. Он мне в броньку, видите, он повысил как бы до 200. Я, наверное, не буду. Я лучше отсюда спрыгну. А куда я спрыгну, интересно?
А, есть. Блин. Да-да, лучше... Да, давайте, давайте я лучше этот... Как говорится, перебздю. Я лучше потом под конец сюда вернусь и заберу это все, да? Правильно же? А сюда я, во-первых, могу... Ну чё, да, понимаете. Так. И тут, да, можно? Хотя и тут, кстати, где-то. А, чувак, чувак, я понимаю тебя. Больно мне, больно. Не унять эту боль. Кого-то... Ах вы, жучай. Не попал? Не вижу, они там, не там. Ладно, ничего страшного. Так. О, а, ну вот он, видите, даже открывается. Тут я все забрал, да? Угу. Тут тоже, на всякий случай, прощелкаю все. Хотя, кстати... Есть. Of course. Ага, вижу. Так, а мы желтый как раз взяли, да? Это до сотки поднимает броньку. Вообще бессмысленно. Да блин. Тихо-тихо-тихо. Дядь, ты чё? Ты чё, дурак, что? Дядь Вить, ты дурак? Нет. Нет, ничего, да? А вот там есть. Ага, тут ещё и портал есть. И сюда есть. Давайте тогда сюда сначала сгоняем, так думаю. Хотя нет, давайте мы... Не, все правильно, да-да-да. Давайте мы заберем это все. Сейчас. Это тут, правда, больше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чувак-чувак. И давай мне этот... Не жигурди тут. Нет. Вот это пока не будем забирать. Уходить. А вот интересно, есть ли внизу что-нибудь у нас. Или порты какие-нибудь, может, пещерки какие-нибудь. Вы видите, вот это я не буду забирать, пока тут 3 хпшки, хотя можно одну хпшку взять. Вот так вот, чтобы 200 было. Угу. Не, не вижу, нет, не вижу, да, смысла прыгать сюда, вниз. Нет, хотя вот это может быть отпуститься, может за это что-то быть. Давайте мы телепорт. Так, контрол нашел случайно. Телепорт с вами прочекаем. И что это? Посмотрим, куда нас. Я понимаю, блин. Шар, который 200, да? Нет смысла брать его. Угу. То есть здесь, конечно, есть смысл только в конце уровня взять, чтобы на следующий уровень нам перенеслись эти 200. Так, давайте какую-нибудь сильную возьмем. Броньку, броньку. Теперь есть смысл. Блин, он мне нифига себе подранкал.
Чувак, блин, вообще, может по-другому? А может быть... Так, слушай, это... Блин! Засранец. А, я понял, это скелет. Блин, жесткий вот этот скелет, конечно, мне очень не нравится. Так, синий, да? Нет. Нет ничего. Нет. Ну это... Тихо. Господи ты мой. Так и есть. Ой. Что и так делать? Так, опа, очки. Смотрите. Так, немножко, кстати, осталось этих вражин у нас. Так, вот это нет смысла подбирать, да? Собачка ты, я тебе скажу так ты. Нет! Я случайно упал сюда. Блин, я хотел перепрыгнуть. Что-то не получилось у меня. Что-то мне не по плану пошло. Так, чинули к секрету, кстати, мы еще не раскрыли ни одного секрета с вами. А если сюда упасть, интересно? Все, кобздец. Так, смотри, ну и тут вражины есть показ, да? Ага. Ух ты, а там есть этот. Шар неуязвимости. Вот этот шар, кстати, самый топовый. Как туда попасть, в этот шар? Как в этот шар попасть? Ну, в принципе, пофигу. Тихо-тихо. Так, подожди, ну там есть эти пенюшки. Ага. Ну, фиг с ним, с этим шаром, если честно. Нет, так нет. Так, дайте посмотреть. Ёшки, а куда мне нужно уже? Я, ребят, запутался, если честно. Так, подожди, кто? О, ах ты! Жук такой. Прибил, смотрите. Ага, я понял, нам сюда. Так, давайте тогда я эти заберу. Заберу. Что я заберу? Эти. Я забыл, куда идти, чтобы забрать что-то. Ну вот ты что за лох? Вот сюда, да? Е. Чувак, и трэпчик, а как он забирается? Он же как-то открывался. Ах ты жук. Так, ну это делает невидимость, я понял. Все. До 200 подняли. Так. Нам сюда, да? А куда надо смотреть? Ой. Так. Ага, смотрите. Что-то открывается.
Так, там еще открылся, я так понимаю, да? Уж больше ничего нет. Куда вы поднимаете меня? Опа! Очки! Вы это обидели? Так, подождите-ка, подождите-ка. Обнаружник. А, вот он. Блин, а зачем мне сейчас? Блин, я уже не выйду, да? Но мне сейчас шар-то не нужен, ребят, потому что как бы, ну, у меня под, все по 200. Неразумно брать этот шар. Если меня сейчас нападут кто-нибудь, вот, допустим, как с бензопилой. Так, два противника осталось. Тихо. Еще, чувак, это рэпчик. Так, да, кстати, там открылось. Это странно же, да? Ага, теперь там открылось. Что так? Подходи. Угу. Ну, в принципе, ладно, пофигу, что тот не открыл, он ничего не дает. Так. Получается, мы сегодня с вами даже два уровня прошли. Офигеть, ребят, 16 и 17. Так, сохраняем мы, значит, с вами 16, 17, это 18. Да. Если где-нибудь я ошибусь, вы обязательно напишите, ребят, в комментариях. Чувак, ты что несешь? Ты пропустил один уровень. Потому что я допускаю такую возможность. Ну, надеюсь, конечно. Потому что я каждый уровень, видите, тут с первого. Получается, по 17-й. Сохраняю, дублирую. Ритуальчик, знаете, лайк, подписка и комментарий. Смею видосик, не болейте, не чекайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующий ролик на канале Like of Game. Ну, а точнее, уже завтра. Уже тут выход есть. Хм, интересно. Всем пока.